расскажите, с чего начинается ваше утро? С кофе. Иногда я встаю в 5 утра и полшестого. Вот, а если рано встаете, то чем занимаетесь в 6.15? 6.15 – это какое-то особое время? Да? Какой-то час икс? Именно, час икс. Наша команда подготовила для вас шоу, которое на протяжении целой недели делает ваше утро ярким. Веселые, жизнерадостные ведущие точно не смогут оставить вас без заряда энергии на будущий день. Утренняя рутина под шоу «Разбудильник». Что может быть лучше? Потому что многие собирают детей в школу, в детский садик и фоном смотрят телевизор. Так почему бы не переключиться на свое ТВ, не смотреть федеральные каналы, а наш местный, региональный? Мы обещаем вам хорошее настроение, заряд бодрости, позитива, энергии от наших ведущих, поэтому свое ТВ 6.15, всех ждем с понедельника по четверг. Вместе с шоу мы подготовили для вас и онлайн-флешмоб «Я в 6.15». Правила участия просты. Нужно отправить нам в личные сообщения группы «Свое ТВ» во ВКонтакте оригинальное фото или видео вашего утра. Расскажем по секрету, оно не обязательно должно быть сделано в эти минуты. Главное – креатив. Автор самого интересного ролика или фотографии получит в подарок умную колонку Яндекс.Станция Лайт, чтобы просыпаться стало еще приятнее. А сейчас мы покажем, чем же уже занимаются наши телезрители в 6.15 утра. И самое важное, мы решили дать шанс поучаствовать в онлайн-марафоне большему количеству зрителей и продлили прием роликов до 5 октября. Итоги подведем в прямом эфире шоу «Разбудильник». До встречи в 6.15, в 7.15 и для главных засонь в 8.15 с понедельника по четверг. Проводите свое утро ярко и позитивно, а главное – вместе с нами.